Я стояла с девочками и вдруг увидела Деми Ловато. Я горячая поклонница Деми Ловато. Здравствуйте. Мне не нужно говорить вам, кто это, верно? Актриса, певица, автор песен, звезда. Я узнала тему вашей фотосессии. Я не понаслышке знаю, что такое обидное прозвище. Меня называли толстячкой. Для меня придумывали и другие обидные прозвища. Когда мне было 12 лет, это было равносильно концу света. Я до сих пор уделяю большое внимание этой проблеме и работаю в детской организации. У меня есть сайт «Дети против прозвищ». На нем можно найти советы о том, как с этим справляться. Помните, что конец этому начинается с вас самих. Давайте изменим мир вместе.